Всем доброго утречка! С вами одесситка из Швейцарии. Сейчас я провожу свой отпуск во Франции, в доме моей мечты. И сегодня у нас будет очень интересный сюжет, так как мы едем выгуливать брата моего мужа, да, Биата. Он приехал к нам впервые погостить на несколько дней и в полном восторге от дома. А сегодня мы ему покажем окрестности. И, конечно же, начнем с рынка. Поехали вместе с нами, кому интересно. Везем сегодня брата посмотреть на рынок Визуль. Люди, wahrscheinlich sie sind immer noch da. Nicht in Russland. Als Flüchtlinge. Hier fängt schon an, Markt von dem rechten Seite. Aber warum parkierst du? Случайно зашли в такое здание красивое. Посмотрите, какая здесь мозаика на полу. Пчелки выложены. Такой фойе. Schau mal dort. So schön. Fenster. Очень красивые кованые двери. Лестница с ковром. Интересно, что это? Очень красивое здание. Здесь охрана. Видите? Тоже какой-то или банк, или касса. 1908 год. Ага, это, скорее всего, банк, да. Смотрите, как оно снаружи выглядит. Похоже на дома в Одессе. Красивые. Сейчас через дорогу перейду, покажу. А мы с вами сегодня посетим рынок французский. Так, вот, видите, какое здание угловое, очень красивое. Так, ну что, начинаем, да? Сегодня суббота. О, кстати, тоже постельное белье продается, полотенечки разные. Опять цветы, капуста. Так, здесь уже цветы продаются в экспозиции, в экибанах по 35 евро, по 18 евро. И можно еще что-то посадить. Вот, 2,40 маленькие, 4,90 побольше. Угу. Традисканция 4,90. Ромашки красивые. Здесь мы уже видим рынок овощей. Значит так, морковка 2,90, репа 4,50, перец очень интересный, длинный, 3,90, остренький 4,50, батат 3,90, кабачки молодые, кстати, в Швейцарии таких я не видела. Абержины 4,50. Вау, смотри, какие артишоки прекрасные, 2,90. Молодая фасолька 5,90. Абрикос 4,50. Франция. Это все из Франции. Персик тоже 4,50. И вот эта фига, да, от кактуса плоды. Интересно. Ага, мирабели 6,90. А такая сливка 4,90. Помидоры, посмотрите, какие огромные, желтые, 6,90. Да, черные красивые. А это сливка, да? Персик 2,90. Нектарин тоже. Здесь оливки. И арбуз 2,40 за килограмм. А на Швейцарии есть 99 рапенов или 1 франк в турецком магазине. Так,
Kannst du fragen, was ist drinnen? Kannst du sie fragen? Mit was ist gefüllt? Weil etwas drinnen dort. Und das Onion. Ça, c'est pour mouton. Les graisses de mouton. Et puis, c'est ça, oignon comme ça. Oignon и цвибель, да? Ага. Не знаю, что там внутри. Вроде что-то с луком и с куркумой. А, в общем. Помогает мамина помощница. Так, а здесь разные сладости. И еще можно, кстати, заказать кускус. За 13 евро и за 15. А это тарелочка. 30 евро, 25, 20. Sehr schön. 1 евро такой вот маленький. Разные-разные браслетики. Это плетеные. И шапочки. А тут разные из серебра. Сделанные самостоятельно, я так понимаю. Посмотрите, какие черепа для байкеров. Корень ревеня, стебель ревеня. Так, груша 3,10. Виноград 4,20, 4,50. Помидоры 4,60, 4,20. Смотрите, какие некрасивые, но от этого они не менее вкусные, да? Вот, как видите, это фермеры привезли свою продукцию. Ага, вот, лук-шалот 6 евро. Этот 3,80 лук. Этот 4,80. Картошка 2,70. И вот разные тоже кабачки. Цукини желтые и зеленые. Огурец 1,40. Такой 1. Но это за штуку, да? Абержины 4,50. А тут свеженький буряк 3,40 за килограмм. И капусточка 3,40 за килограмм. Здесь курица гриль 5 евро за половинку, да? И здесь уже идут соки. Яблоко с малиной. Слива, вишня. О, смотрите, это ежевика, да? 5 евро за полкило, 8 евро за килограмм. А это мирабеля, сливка. 22 евро за 6 килограмм. 4,20 за килограмм. Какие-то странные цены. Персик 8,90 за килограмм. Абрикосы здесь очень красивые. 8 евро за 2 килограмма. Салат 1,90 за пучок. А это томаты для соуса. Видите, побила их немножко. Но они очень классные. Видите, просто цвет. 4 евро за килограмм. Картошка 2,50. Угу. Очень большой выбор помидор. Так, ну и заходим внутрь в помещение теперь. Ой, тут рыбкой пахнет. Денки, да, с этого с бизондрес 22 за килограмм. Улитки 42, такие креветки, и 59, вот такие огромные. А есть еще такие маленькие, как рачки. Миди, вот это я не знаю, что. Видите, красное с белым. А здесь готовая паэлья продается. И посмотрите, что тут только не намешали. И мидии, и креветки, и сосиски, и копченое мясо. Все это с рисом. На развес. Очень много здесь полуфабрикатов кулинарии. Посмотрите, какая огромная картошка наполненная. Это вирошти. Паштет. Здесь мясо 9,90 за килограмм. Свинина. Маленькие помидорки, огурчики 4,50 за килограмм. Смотрите, какой тут ассорти. Разные-разные формы. И круглые, и длинные, и маленькие, и большие. Так, а будут помидорки тоже интересные.
и черные. Ой, тут разных сортов. Чего тут только нет. Видите? Все с огорода. Мирабель 4,50. Все, шон, фуршидены формы, не? Так, и вот базилику готовый, можно купить. Мы посадили, ничего не выросло, ничего. Я обожаю фиолетовый базилик. А здесь еще вишня есть, настоящая, кислая, 4,50. Клубника 6,80. И вот такие смешные помидорки, 15 за килограмм. Морда такая, залезла в сумку, носите меня на руках. Смотрите, какая колбаска есть. Может быть, взять зубаюнцы с уаном лит кноблаухом, висхен героих, там висхен такая, как у нас на привозе вроде. Так, здесь очень много маленьких копченостей. 3,40 за 100 грамм. 1,80 за 100 грамм. И вот такая вот вкусная колбаска. А это разные пасты из оливок, я так понимаю, сделанные. Тут томаты, тут лечо, камия. Кстати, это ваниль из Мадагаскара. Вау! Ничего себе! 10 евро за 10 штучек. Тут даже перец, это все с Мадагаскара. Пахнет потрясающе. Здесь вот такой набор специй за 5 евро. Так, здесь тоже рыба есть, уже живая, плавающая. Кстати, форель 12 евро, 9,90 карп. Очень много красной рыбки, шашлычко, филе по 21,90. Возьмем вот этого карпа. Смотрите, какой шикарный чеснок. И тут же укроп я нашла. Филяй. Так, я, конечно, раскатила губу, что это... что это укроп, а это оказался фенхель. Все, на 5 евро мы взяли, посмотрите, какой шикарнейший чеснок. Просто потрясающий. Чеснок получается 1,50 за килограмм. И вот этого полкило ерунды фенхеля. Зачем, мне не знаю. Für was brauche ich фенхель? Ты хочешь писать, а нет? Так, здесь идет редисочка, 2,25 за пучок, артишоки. Угу. И, кстати, какие шикарные помидоры, 5,95. Так, меня надурили, сказали сначала, Анет, это укроп, а когда мы купили, выяснилось, что это фенхель. Эрбсен, да, 10,80 за килограмм, это уже печеная. Буряк, да? Так, очень все вкусное, красивое. Очень красивое. Так, здесь тоже разные специи идут. Так, а тут яйца. 2,40 за 6, 4,80 за 12. То есть 40 центов, копеек за штуку. 4 евро за десяток. Так, здесь домашняя выпечка и медик разный. 2,50 маленькая штучка. Вот акация, конфеты из меда. Прополис био, 6 евро за баночку. Нет, вот прополис 14 евро за баночку. Это пыльца 6 евро. И разная продукция из меда. Маленькая 2 евро. Ага, вот такие лепешечки заворачиваются, делаются кругленькие, в манке обволакивается семола и потом жарятся на таком гриле. Вот, 2 евро. Сейчас будем пробовать. А это как чурос, скорее всего, сладенькое. Попробуем марокканский чай с мятой. Такой ли он, как в Марокко? Мерси. Thank you.
Итак, мы разломали лепешечку, взяли себе марокканский чай и такие вот вкусняшки. Не можем понять, что внутри. Лук чувствуется, но что вот это за паста? Очень пикантно, не остро, не понять. Но очень вкусно. Вот эта лепешка, смотрите, я не знаю, что внутри. Я проберу. Лук с какой-то пастой, похоже на нут. Как горох нутовый, по-моему. Я вообще не понимаю, что это. Достаточно? Вот, как бы. Не хочу zum definieren, ne? Zwiebel, nein, Paprika oder Kurkuma? Kurkuma. Ой, meine jetzt gut mit Zucker. Ja, schlecht ist, ne? Ja. Это типа похвалы. Но тоже необычное. Ja, Zwiebeln merkt man, ne? Zwiebeln. Что-то мед, а другое я не знаю что. Ну, все равно интересно, марокканские сладости. И мадам хочет тоже попробовать. Oh my god. Как много мотоциклистов. Вихайстас, хибискус. А, это, смотрите, каркаде, а? Хибискус. Хибискус собрал. Альдизер пьет. Тоже ризик груз. Кусты. Посмотрите, какой большой гибискус. 16,90 такой куст. Я еще не видела таких огромных цветов. Ага, и вот виноград, пожалуйста, тебе. Что это за сорт? Arbustus Petit Fruits. 31 евро. В горшках. А это темный. Так, 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 темный. Мускат Гамбург. А это Фанни. И Эвита золотой. Вот смотрите, какие абрикосы. 5 килограмм за 16,95. Очень классно. Ничего не понимаю, брат Бета ничего не покупает. Только такой, вау, супер, вау, классно, вау. Типичные швейцарцы. Говорит, я дома все куплю. Я купила у марокканской женщины лепешку горячую. Говорю, я хочу попробовать, я обожаю Марокко. Кто знает, да, мы каждый год ездили в Марокко. Марокканский чай. И только когда я попробовала, он увидел, что со мной все в порядке, он тоже взял кусочек и распробовал. Но мы никто не поняли, из чего сделана эта лепешка. В смысле, чем она наполнена. Красивая. Батон себе кусает прямо. Так, в руки взяла и грызет. Посмотрите, какие симпатичные кожаные. На девочку босоножечки. 25 евро. 30 размер. И вот эти, смотрите, мокасинчики. Очень симпатичные. 39 евро вместо 75. А вот такие крошечные. Тоже 49 вместо 75. Видите? Маленький размер, большой. Не играет никакой роли. В Швейцарии, конечно, нет такой красивой. Все в основном кеды, кроссовки. Два брата-акробата мне сказали, что нет смысла покупать такую дорогую обувь детям, которые растут. Вот вам швейцарская версия, почему и не продается такая дорогая обувь в Швейцарии. Тоже очень красивая улица, видите, украшена. Вечером она вся фонариками увешана. Вот какой-то новый магазинчик. Смотрите, какие оригинальные здесь наряды. Очень красивые рубашки льняные.
свободного покроя и рукав. Посмотрите, какой классный. И леопард. Модный. Сумочка, смотрите, прелесть какая. Очень красивая здесь бижутерия. Фирмы ЗАК, я уже заметила себе. И сейчас везде минус 50. Платье из жатки. Зеленая клеточка. Так, это тоже какой-то интересный магазин. Смотрите, какая соломенная сумочка. Ее кружевом сделали и с жемчугом, и букле. 49 евро. Вау. Тоже вот эта блузка с джинсовым верхом. Кружевной низ. Такие босоножки за 20 евро. Фертераса. Смотрите, что нам принесли. Сумплимон. Это какой-то десерт с ванилью. У меня шоколадный эклер. И здесь еще там с шоколадом. Их гебедераухель. Вендувильст. И попробуем кофе. Видите, какие французские женщины? Все в платьичках, в юбочках, в босоножечках. И даже татушка есть на ноге. Ну что, дорогие мои, вот так замечательно мы провели сегодня утро. Я купила все, что я планировала. Продолжение смотрите уже завтра в не менее интересном сюжете. Проверьте, не забыли ли вы поставить лайк. Пишите в комментариях ваши впечатления от французского рынка и цен на этом рынке. Пока-пока, до завтра, дорогие мои.